Глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале поздравила самарцев с Днем семьи, любви и верности. Мэр города отметил, что праздник стал народным и любимым, олицетворяя счастье супружеской жизни, тепло домашнего очага и радость общения родных людей. В настоящее время разработаны эффективные и действенные меры для благополучия каждой семьи в сфере образования, демографии и здравоохранения. А Самара занимает активную позицию в реализации национальных проектов, направленных на улучшение жизни и здоровья наших горожан. У жителей Самарской области появятся электронные медицинские карты, информируют в своем телеграм-канале Кировский район Самары. Электронные аналоги для жителей региона вводятся в соответствии с планом, утвержденным приказом главы регионального Минздрава. Помимо медкарт в электронном виде будет значительная часть документов: рецепты на лекарства, свидетельства о рождении и смерти, направление на обследование, результаты анализов, медзаключения и справки. Электронный документооборот облегчит жизнь и пациентам, и медицинским работникам. Переход на такую систему будет постепенным до весны 2023 года. С праздником работников почтовой связи поздравили в телеграм-канале Куйбышевского района. В честь 150-летия Самарского почтампа прошла церемония награждения заслуженных работников. Только в Куйбышевском районе работает 11 почтовых отделений, где суммарно обслуживается порядка 100 тысяч человек. В детском оздоровительном лагере «Волжский Артек» прошла игра «Зорница», сообщает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Соревнования ребята ждали с нетерпением. Лагерь поделился на 3 команды. Старшие оказывали поддержку младшим и помогали в прохождении непростых заданий, таких как перетягивание каната, загадки на военную тематику, проверка знаний воинских званий и многое другое. Игра проходила дружно и организованно. «Зорница» вызвала массу положительных эмоций, научила ребят действовать сплоченно и организованно.